На, получай. Ой, это больно. Это больно, да, чувак! Чувак, прекрати! Чего? Чего? Вы это видели? Короче, все, ребят, я не хочу играть в эту игру. Чтобы не пропустить видео на канале, вы должны нажать подписаться, если еще не подписаны, а также и рядом с подпиской есть такой вот колокольчик. Нажав на него, вы ставите галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала», и тогда вы не пропустите новые видео с канала Funny Games TV. Ну и, конечно же, не забывайте поставить лайк. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и продолжаем с вами прохождение Shadow Fight 3. Так, давайте откроем бесплатные карты и поглядим, что нам выпадет. Так, ух ты, калибри, новая способность, отлично, это для нунчак, похоже. Так, давайте, ладно, продолжим, потом попозже откроем. О, еще бесплатные карты, ничего себе. Смотри, да, еще есть. Так, кимоно ученика и 40 монет еще мне дали, хорошо. Так, попозже мы откроем с вами кейс. У меня, видите, есть редкий и есть какой-то эпический, по-моему, кейс. Так, давайте продолжим главу вторую. Нормально. Пройди. Глава вторая. Династия. Отлично. Так, и что у нас здесь? Пройди тренировку Галена. Мастер Гален, у нас мало времени. Этот легионер спас меня. Он тот, кто нам нужен. Надо сделать так, чтобы его не нашли. Так, Гален, Джун, девочка моя, как я соскучился. Все, что скажешь, твоего бойца мы для начала переоденем. Ух ты, я научу тебя движениям, которые помогут не выделяться на фоне народа династии. Ты сойдешь за одного из нас. Продолжить. Так, ну что ж, пройди тренировку Галена. Бой, ребятки, давайте попробуем. Так, и что у нас здесь? Вау, что такое игра? А, все, отлично. Игра. Так, у меня палка тоже, как у Галина этого, да? Так, и что мне делать? Файт. Ох, ничего себе. Мужик, на, держи, я тоже так умею, на. На, на. Ух, хорошо. Я ему приложил. О. Так, подожди. Подожди, а как мне врезать тебе хорошенько? Оп, оп, на, держи, отлично. Оп. На, Галин. А, нет, 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 не успеваю. Не успеваю. Так, музыка какая классная, а, ребятки. Есть, отлично. Колено я разнес. Так, дальше кто у нас будет? А, дальше кто у нас будет? Еще второй раунд, ребят. Вы чего? Вы чего меня запутали-то совсем, а? Хочешь, наверное, лайк поставить, чтобы я распутался, как клубочек? Так, на, держи колено, отлично. Ух ты, колено. Ничего себе, колено ударило мне по колену. На, на. Так, давай, хоп, хоп, хоп. Ух ты, я хотел сделать ударчик, ну так, вверх, давай, о, вот себе, смотри, на, ух, хорош. Так, у меня есть магия, давай, ох, ничего себе, я ураган какой-то просто. Отлично, у меня выпала эта палка, так, мастер Гален, нам надо незаметно попасть во дворец. Кто может нам помочь в этом деле? Так, Гален, помочь вам сможет только кузнец Линк. Когда-то на службе мы тайно пользовались порталами, которые он делал. Ничего себе. Так, Ювин, отлично, мы выиграли, ребят. Так, зарабатываем опыта немножко. Почему-то по 20 всего нам этим дают. Так, 370, вау. Деревянный посох мой прокачался, отлично. Редкий спецприем, град. Непонятно для чего. Кимоно ученика, обычный доспех. И повязка, обычный шлем тоже прокачался немножко. Так, же бонусная карта, давайте поглядим. Так, и что у нас? Крестьянский доспех немножко прокачался, ребят. Ну ладно, хорошо. Так, в экипировку мы не будем. Да, давайте дальше по главе второй. Нормально. Что у нас? Джун, здравствуй, Линк. Гален сказал, что ты можешь незаметно перенести нас во дворец с помощью теневого портала. А, Линк, Джун, ты вернулась. Ты ведь знаешь, что раньше по указу императора меня охраняли гвардейцы. Недавно их отозвали. Я помогу вам попасть во дворец, если вы защитите меня от тех, кто хочет забрать у меня теневую энергию силой. Так, кто это? Разберись с вестником-новичком. Кузница. Кузница Линга. Ну что ж, давайте попробуем разберемся, ребятки. С вестником-кузнеца каким-то. С вестником-новичка, вернее. Так, музыка опять. Так, курьер. Линга. Так, ну что ж, Линк, Шао Линк. Ох, ничего себе, first strike, он мне... Так, ой, да хватит, ты чего там творишь? На, 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 получи, на. Так, давай, ух, хорош, так, ударчик, два ударчика.
Давай. Оп. На, отлично. Оп, пах, все, пах, я его выиграл. Вань-пах, пах. Так, отлично, Куэрлинга. Так, первый раунд мы выиграли с вами. Давайте посмотрим, что во втором у нас получится, ребятки. Так, ох, нет, я прыгнул, но не получилось. Да уйди от меня. Да что такое, опять одно и то же. Да хватит одни и те же удары бить, а. На, получай. На. Ах, теневую энергию способность применил, чтобы использовать теневую способность брони. Ох, это что такое? Ой, мне оружие выбил. Ну ничего себе. Так, ну-ка. На, держи, отлично. Иди сюда, курьер. На, получай. Есть, киданул его еще. На, апперку тебе. На тебе еще. И на коленом. И на, вот так. Да, отлично, голыми руками я этого Кира победил, ребятки. Это хорошо. Линк, они придут еще, но если вы разберетесь с этой школой, то я смогу отдать вам столько теневой энергии, сколько нужно. Спасибо. Я разузнаю их адрес, когда этот их боец придет в себя. Я обязательно вам расскажу. Ой, вам скажу. Сразу же сообщу, что я читаю, а. У меня все двоится, как будто в глазах. Так, отлично. Курьера мы победили. Итак, 20 еще опыта. Почему-то так. Удар в голову 6. 371. Ух ты, новая способность. Крестьянский доспех. И что еще? Рекрутская форма какая-то. 196. Доспех. Перфект. Эпический доспех. Новый предмет. Вот это круто, ребят. Так, ну что ж, давайте откроем наши кейсы, ребятки. Так, открываем кейс. Редкий сундук. Что у нас в резком выпадет? Шлем всадника, расшитый костюм, так, шлем всадника, новый предмет, рекрутская форма немножко прокачалась, и металлички Швангоу прокачались. Так, бонусная карта, да, я посмотрю. Так, отлично, еще немножко металлички Швангоу прокачались. Так, давайте откроем обычный сундучок, какой-то он странного цвета, как обычно. Так, укрепили новую способность. Парные сабли немножко прокачались. Ух ты, облегченный шлем, колпак какой-то улучшен. Нунчаки новый предмет, ух, отлично. Так, бонусную карту, да, буду смотреть на это. Так, еще крестьянский доспех прокачался, это хорошо. Окей, продолжаем, нужен. Так, открываем еще один редкий сундук, ребят. Поглядим, что у нас тут выпадет. Так, остроконечная шляпа, заочный обруч, гуаньдао стражника редкая. Так, и 305 монет. Еще бонусная карта. Ну, естественно, я посмотрю. Ух ты, повязка, обычный шлем прокачался. Отлично. Так, продолжаем. Ну и, конечно же, у нас остался еще один сундук. Это эпический сундук, ребятки. Вау, вообще золотой какой-то. Головокружение, новая способность. Зачертый доспех. Рывок, редкий перк. Так, шлем рекрута, новый предмет. И 360 монет. Так, давайте в экипировку, ребят. Давайте смотреть, что у нас нового. Значит, ух, ничего себе, шлем всадника у нас. Так, у нас наша повязка. Да, шлем всадника. Давайте ее, так, посмотрим, какая способность. Укрепление шлем, редкий перк. 3 шанс снизить урон противника на 3. Ага, берем. Так, одеваем шлем всадника. И смотрим, что у нас броня какая есть. Узорчатый доспех, смотри. Так, способности, ничего себе. Так, рывок. Редкий прием и крутящий момент, редкий спецприем, удар ногами, давай берем. Так, дальше у нас палка, ну палка тут прокачать мы, к сожалению, ничего не можем. Еще можем купить с вами редкий бустер, давайте возьмем, посмотрим, что нам тут выпадет, ребят, еще в бустере там. Прикольненького такого. Так, укрепленный доспех, новая способность еще какая-то. Так, залоченный обруч прокачался, вообще крутой. Ух ты, остроконечная шляпа, шляпа Рейдена. А я бы даже сказал, тарелка, танец с мечами, редкий спецприем прокачался немножко. И кимоно ученика прокачалось. Ну, пойдет, не так уж чтобы и сильно, но нормально. Так, хорошо, ребят, у нас с вами есть еще дуэли, которые мы можем, в принципе, повыполнять. И глава. Давайте, наверное, выполним задание. Посмотрим. Ответь на вызов странствующего воина. Покажи, что умеешь. Миссия. Хорошо, давайте покажем, что мы умеем, ребят. Так, ногами. А как мне ногами биться? Ух ты. Как мне ногами бить, ребят? Мне сейчас покажут.
А, во-во, смотри, ноги у меня какие удары. Так, давайте попробуем его откинем. Да отстань ты, посмотри, а. Так, ногами. На. Ух ты, хорошие удары какие. Вау, круто. И, вау, ничего себе. А как я такую сальтушку сделал? На, вот это класс. Вот это класс, слушайте. У меня, смотрите, еще теневая всякая энергия. Давайте посмотрим. Ух, ничего себе, классные у меня приемчики ногами. А я хочу еще сейчас его ногами попробовать побить сразу. Давай, на. Отлично. Так, у меня теневая энергия, смотри какая. Ох, ох. На, вот так. И еще вот так что-то. Ух, что это я сейчас начал делать, ребят? Ты видел, я что-то начал делать. Так, а ну-ка ушел. Да подожди ты, отстань. На. Ух, хорошо. Хорошо, разобрались с бродягой мы с каким-то. Так, you win. Что мне дадут? 215 и 2 кристаллика дали. Это хорошо. О, нунчаки прокачались немножко. А, танец с мечами. 6-й уже уровень у них. Или как? Я не знаю, что это такое. Ну ладно. Что-то 6-е, ребят. Так, давайте дуэль попробуем. Поиск противника. Нам нужно с вами выиграть какие-нибудь редкие... Так, ничего себе, 500... Вы издеваетесь, у меня 568, а у него 623. Как я его должен побеждать? Он же мега сложный какой-то. Ой, ребят, похоже, я сейчас продую. Джанис Нисис какой-то. Ого себе. Как его я должен выиграть? На. Давай. Хоп. Давай. Ой. Так, ладно. Давай. Ух, хорош. Давай. Ох, на, держи. Да, отстань. Ай-яй-яй-яй-яй. Уходим подальше, ходите, тень. Есть, ушел. На. Есть, еще и выиграл. Ничего себе, ты видел? Вот это да, вот это было эпичненько. Ха-ха, грейт, ребятки, грейт. Но он мне сейчас, наверное, не простит. Он реально мега сложный, ребятки. Он просто мега сложный. Давай. Ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, сколько он мне отнимает. Просто посмотри. Давай. Есть, кидаем. Отлично, так. Что мне это дало? Ничего не дало. Есть, отлично. Так, и что? Ох, это тоже мне ничего не дает. Да, я проигрываю, ребят. Зачем мне теневую эту энергию? Ай-яй-яй-яй. Так, ладно, раунд третий, ребят, не расслабляемся. Надо главное подальше от него стоять. Подальше. Да почему? Да. Бей, тень. Ой, смотри, сколько он мне отнимает. Да так нечестно, ты посмотри, сколько он отнимает. Это вообще незаконно. На, держи. Ох, все, да, я проиграл, ребят. Ну почему так? Почему у меня такой соперник вообще очень тяжелый? Нереально. Вы видели, как вообще? Да, у меня кубки отняли теперь, ребята. У меня отняли кубки. Так, ладно. Задание «Открытый урок». Давайте выполним. Галин. В столице много школ боевых искусств. Изучить все стили не хватит и жизни. Но я познакомлю тебя с некоторыми из них. Ученики школы яростного осьминога. Помешаны на числах. Кажется, верный подсчет их волнует даже больше, чем победа. Так, удары по разным частям тела приносят разные очки. Пора тебе обставить и этих ребят по их же правилам. Хорошо, бой на очки. Победи ученика школы разъяренного осьминога. Хорошо, вроде бы легко, ребят, бой на очки. Давай посмотрим, что это такое. Так, раунд 1. Угу. Так, окей, я понял. Так, ну вот это... Так. Есть три удара я нанес. 6 ударов уже. Ой-ой-ой-ой, он меня обошел. Ай-ай-ай, отстань от меня. На, 8. На, 9-10. Отлично. Ох, это больно. Эй, а ну-ка прекрати. Ты чего? Ты посмотри, у меня сразу 7 ударов подряд, на. Да ушел, на, получай. Вот, хорош. На. Ой-ой-ой, 10. Ребятки, 10, 12, 14. Нет, я выиграл. Ух, я выиграл, отлично. А, все что ли? Тут один раунд даже? Как-то странно. Ну да ладно. Так, укрепленный доспех прокачался, это, конечно, шляпа. Так, танец с мечами. Хорошо. А бонусную карту давай. Так, облегченный колпак прокачался еще. Хорошо, продолжаем. Давай, нажимайся.
Так, Гален, вот это победа. Ученики этой школы явно были бы добрее, если бы все столицы не смеялись над их названием. Хе-хе, это точно. Так, в экипировочку, ребята, у меня, я так понимаю, для брони есть способность. Вот, укрепленный доспех, давай мы ее возьмем. Это хорошо. Так, что дальше у нас? Дальше у нас, конечно же, глава вторая сложна. Я хотел познакомить тебя еще кое с кем. Мой лучший ученик, он... Сян Цзи, учитель. Я прошу поединка с легионером. Я не могу допустить его присутствия здесь. Проигравший покинет школу. Ты используешь право вызова лучшего ученика только из-за того, что он легионер? Сян Цзи, я не могу тебе отказать, но... Но что? Так, сложно. Он сложный, ребят. Он реально сложный. Хорошо, попробуем. Давайте, Сян Цзи. Сян Цзи. Ого, имя какое-то. На, держи, Сян Цзи. На, на. Давай, ух ты, я ему мало отнимаю. Ничего себе, он ногами. Ой, ногами, говорю, руками машет. Так, отлично, у меня вроде бы броня меня защитила немножечко. На, на, на. О, я тоже так умею. Я тоже так умею. Да подожди. Да подожди, уйди, Сян Цзи. Да на, на, на. Отлично. На, ой, хорош. Ох, он сзади меня появился. Он сзади меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, на, получай. На, получай. А, братушки подряд. Это хорош, хорош, ребятки. Неплохо получилось. Так, хорошо. Первый раунд мы победили, допустим. Давайте посмотрим со вторым. Давай, начнем сразу же. Ой-ой-ой-ой. Ну, держи. Так, так. На, пак, пак. Получай. На, на. Еще. Ой-ой-ой, да давай, 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 давай. Ай-яй-яй, ты смотри, как он меня кидает. Ох, шок, выбивает оружие, ребят. Он выбивает оружие. Да ты, ничего себе, ты посмотри. Слушай, так я руками тоже начал махать как-то по-другому. Ты видел, я сейчас другие удары делал. Ох, вот сложно, а, Сян Цзи, ты посмотри. Так, ладно, ребятки, давайте соберемся, соберемся. Так, раунд 3. Хорошо. Хорошо, давай, попробуем. Начнем с ударов снизу и с ударов вот так, да. Оп, оп, держи, о, хорош. Да, ну, держи, оп, вот так. На, есть, я ударяю первый. Ух, хорошо-то как, сы. Победили, победили. Отлично, 2-1, правда. Я ухожу сам, турнир 100 школ совсем скоро. На нем мы и сможем окончательно все выяснить. Сян Цзи должен был стать моим фаворитом на этом турнире, но теперь эта роль достается тебе. Теперь нам надо к Лигу, к Лингу. Наверняка он уже узнал о Дрешкову Железных Клювов. Окей. И увидел, ребятки, мы выиграли. Нет, хорошо. Так, четвертый по-прежнему у меня недавно этот, как его... Вот. Отлично, так, кимоно. Калибри прокачалось немножко. Остроконечная шляпа, да зачем? О, деревянный посох, отлично, это мне нравится. Деревянный посох крут. Кстати, надо посмотреть. Смотри, сложно следующее задание. Так, экипировка, деревянный посох. А, ну я все тут применил, может быть... Нет, ничего тут крутого больше нету, ребят. Хорошо, так и будем использовать тогда деревянный посох. Так, ну что ж, давайте еще дуэль попробуем сыграем, а? Что ж такое-то сейчас? 606 вообще, да вы издеваетесь, кинг какой-то. Он сейчас будет очень много мне отнимать, ребят. У него 606 броня, а у меня 500 с чем-то. Ух ты, еще у него эти супер-пупер мечи. Это вообще жесть. Это вообще жесть, ребят. Он просто мега сильный. Так, давай. На, на, держи. На, на, на. Так, 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 он сейчас... Он, да, ты посмотри, ногой мне просто он сколько отнял. Ой-ой-ой, ты посмотри, сколько отнимает. Ну все, это все, ребятки, это все. Да. Ну почему таких мне противников вы даете? Ну это же нечестно. У меня нет такой брони, где они такую бронь набрали? У них защита, ты видал, 600, а у меня 500. Почему не равный у меня противник вообще-то? Должен быть равный какой-нибудь. На, держи. На. На. На, на. Так, давай. Ой-ой-ой, нет, 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 нет. Давай. Ох, 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 вот это да.
Ой-ой-ой-ой, что я применил, ребят? Да, все, похоже, мне хана. На, держи. На, держи. На, держи. Ну что ж такое-то? Я смогу сегодня хоть кого-то победить-то, нет? На, на. На. На, на. На, есть, отлично. Ух, хоть в одном раунде победил. Ты посмотри, а какой невероятно сложный. Ой, я не знаю, что делать, ребята. Я не знаю, что делать. Кинг. Крутой чувак, крутой, да. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри. Ну все. Это все, ребят. Это все. Ну как? Как? Я не понимаю. На, держи, держи. Да, все, она. Все. Ох, ребят, ну что-то все проиграл. Все эти бои я проиграл. Ладно, пойдем тогда по сюжетной линии. У меня очень слабая броня, по сути, получается. И да, я откатился обратно на 795 кубков. Ладно, давайте продолжаем. Так, Линк, а вот и школа железных клювов. Но на Вестника нельзя научиться. Вот ведь в чем дело. Вестникам надо родиться. Кибо, позвольте не согласиться с моей школой и династией, больше не надо будет просить помощи у настоящих вестников. Кибо, это твоя школа? Ты же училась вместе со мной у Галена, пока не сбежала. Ух ты, отразил такой железных клювов. Так, сложно, ребят. Сложно. Да. Ух, ничего себе. Железный клюв, это что такое? Что за меч такой? Вау. Так, первая атака, отлично. На, на, держи. На, на, держи клюв. Ох, ничего себе, воткнул мне в ногу. Ой-ой-ой. Вот это да. Вот это да, ребятки. Ох, он втыкает. Да подожди ты, посмотри, что он натворил, а. Он просто меня зажал в углу и... Вот это да. Это фейл, конечно, ребят. Это просто мега фейл. Так, ну ладно. Давай попробуем еще раз. На, получи. Вот, на, держи. Да почему у меня такая палка? Это медленно. Ай, на, держи. На, держи. И на, еще раз. О, ничего себе, это что такое было? На, получай. Ой, я зажал в углу опять. Давай, 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 обходим его. Да обходи ты его, тень, вот. На, 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 на. На. Да нет, 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 нет. Да, давай. Есть, отлично. Ух, хорошо, ребятки, выиграли. В одном раунде выиграли. Правда, теневую способность я потратил. Ну хорошо. Я все путаюсь в этих кнопках, куда мне нажимать, чтобы мне сзади соперника оказаться. Оказывается, все, я разобрался теперь. На, на, держи. Ух, первый удар за мной. Ух, отлично. Да, давай, палка, махалка, бей. Бей, есть, хорош, хорош. На, 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 на. Ух, ничего себе. О, я тоже так умею теперь. Ох, хорош. На, 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 на. Все, теперь я тебя зажал в углу. Вот так-то, железный клюв. Обломал-то я тебе клювик твой. Забирайте, что вам нужно, и больше не появляйтесь здесь. Моя школа недавно стала частью армии династии. Этой энергии хватит, чтобы я смог перенести вас во дворец прямо отсюда. Небольшой портал, и вы окажетесь сразу на месте. Вот так, портал готов, друзья. Можете отправляться в любой момент, когда захотите. Фух, отлично, отлично. Не знаю, что за портал. Так, ну мы с вами приближаемся к 5-му уровню, ребят. Так, у нас прокачались металлические шуангоу. Золотой обруч 5-го уровня, но, к сожалению, у меня еще нет 5-го уровня. Парные сабли немножко прокачали, 197. Так, невозможно, следующий у нас. Следующая глава, невозможно. Так, я могу купить бустер, ребят. Давайте возьмем бустер. Поглядим, что у нас тут выпадет. Так, давайте смотреть. Значит, нунчаки обычные прокачались. Дальше что у нас? Рекрутская форма, редкий доспех немножко улучшился. Залоченный жилет, но у меня не 5-й же уровень. Да что же вы мне прокачиваете то оружие, которого еще нет пока? 230, металлический шуанчжоу прокачались. Давайте в экипировку и тогда с ними погоняем немножко.
Так, надеваем. Аж какая у них есть способность? Только удар в спину, ребят. Больше у них, к сожалению, ничего нету. Ну ладно, хорошо. Глава невозможная. Так, дуэль. Попробуем дуэль еще разочек выиграть. Не знаю, сможем ли или нет. 570-579. Вот практически у нас с ним сейчас одинаково. Но у меня, к сожалению, Гуанчжоу эти не имеют никаких супер приемов, ребят. Они просто вот так бьют. Так, давай тогда ногами будем. Ой-ой-ой. Так, давай. О, хорош. Давай. О, хорош. Так, давай. О, хорош. На, держи. А, да, вот этот удар мне нравится. На. Ой-ой-ой. Так, аккуратно. Уходим, тень. Да, вот так. Все. Он меня победил, ребят. Это фейл. Сергуй. Как его звать? Я не успел прочитать. Какой-то у него очень сложный ник, ребят. Очень сложный. Да, на, получай. На. Еще раз. Так, давай. Ай-яй-яй. Он меня зажимает. Ай-яй-яй. Давай, уходи. Есть, отлично. Давай еще раз. Вот, хорош. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой, да зачем этот удар? Как он меня бесит, этот удар. Ох, все! Вообще пипец какой-то, ребят. Я вообще всем проигрываю сегодня. Это как? Что ж такое-то, а? Так, ну что ж, глава невозможна. Давайте поглядим. Иту, Джун, он не тот, кто нам нужен. Он был здесь вчера. Это он украл сферу. Иту, успокойся, он был со мной все время, а ты должен был охранять сферу до нашего появления. Сферы больше нет, и во всем виноват твой друг, теперь я не буду с ним церемониться. В бой. Невозможный, ребят. Этот противник слишком сложен для тебя. Тебе стоит получить новую экипировку из сундуков, которую можно выиграть в дуэлях. Окей, я знаю. А, он говорит мне, да, поиск противника. Короче, Иту этот, ребят, он нереальный, походу. Иту нереальный. Так, 555. Вот сейчас опять почему? Ну, как-то вот странно подбирается, короче. Вот сейчас у меня слабый немножко сенсей Микер какой-то. Слабый противник. Ну, как слабый? Он, у него броня похуже, чем моя, скажем, откровенно. Ну, он меня мочит все равно. Он мне оружие выбил. Ай-яй-яй-яй. На, держи. Ох, я ему выбираю оружие. Выбиваю, вернее. На. Так. А ну-ка, переставай. На, да что ж такое-то-то? Ты будешь бить, а? На, все, сенсей Микки размочил. Ну, вот он свой, и я сразу выигрываю. Ну, вот как-то, надо же как-то подбирать соперника, чтобы у нас одинаковые с ним были вот эти позиции, как бы, по броне и по всему. А так получается, конечно же, кто-то будет постоянно сильнее. Так, это не дело, я считаю. Это не дело. Так, на. На, получай. Так, давай. Ой, на, держи. Отлично. На. Все. Да, выиграли мы с сенсеем Микером. Ну, сейчас нам дадут, наверное, обычный сундук какой-то. Потому что у меня поражений прям было очень много. Да, плюс 24 мне вернули, ребят. Да, обычный сундук дают. Ну, что же делать? Другого нету, давайте еще дуэльчик попробуем выиграть. Поиск противника и 590. Вот видишь, вот сейчас Баффи какой-то намного сильнее меня. Теперь он меня будет спокойно гасить. Еще у него вот эта палка-махалка, которая издалека бьет. И вообще пипец, короче. Так, давай. Ох ты, хорош. На, получай, Баффи. На, получи. Так. На, держи, ох, отлично. На. Все, это перфект, ребятки. Прикинь, я его вынес, просто перфект. Баки 20-15. Ух, хорошо. А за перфект мне дадите что-нибудь, а? Вряд ли что-то дадут мне, ребят. Ну ладно, посмотрим сейчас. Давай поглядим. Сейчас он не будет таким уже легким, как был до этого. На, держи, Баки. На, ух, опять шок, я ему опять оружие выбил. Вот это да, ребят. Ой-ой-ой, да, вот это было плохо.
На, держи. На, держи. Так. Давай, 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 давай. Есть! Ух, победил сложного соперника, ребят. Ну, какой-то Баффи немножко, не знаю, слабенько играет как-то, мне кажется. Так, плюс 19, но опять обычный сундук, наверное, мне дадут, да? Да, обычный. Потому что надо, ну, победы. Победы нужны побольше, короче. Так, ладно, сейчас что? 603 вообще дали, смотри. У меня 579, у него 603. Опять сложный, короче, какой-то. Это кто? Или это опять... А, нет, Чандер Виск. Ой, вот это вот оружие. Как же он меня раздражает, да? Да. Ой-ой-ой, да хватит. Эй, давай, кидай его. Вот, отлично. На. Так. Ой-ой-ой, бросил меня. Так я же вроде ничего не делал, а? На, получай. На, на, на. Ой, на, держи. На, на. Давай, 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 давай. Да я же первый. Я же ударил, как так? Да, ну, смотри. Это вообще не чеснок какой-то. Я первый ударил его, и ему зашпали почему-то. Я первый его коснулся ногой. Вообще, игра, ты в курсе, нет? На. На, на, на. На. Вот так-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. На, на, на. Есть, отлично. Есть, выиграл. Фу, хорошо. И его энергию пришлось потратить, ребятки, но ничего страшного. Ничего страшного, абсолютно. Нам главная победа, нам главная победа. Так, хорошо, давай опять попробуем. Так, на, есть первый удар за мной. Отлично. 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 Ой-ой-ой. Ух, шок, он мне выбил оружие, ребят, нет. Нет, 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 ну это все. Это каюк. Это каюк, как говорится. Ой-ой-ой, да дай встать, дай, дай встать. Да, все. Ах, ну только вроде бы начинаешь выигрывать, и все, и проигрываешь сразу, да? Чандер Виз. Да уж, ребятки. Короче, я предлагаю, наверное, на сегодня закончить, ребят. Что-то сегодня у нас с вами не получается игра, не знаю, то ли я не в том духе, то ли чего такое. Вот 579, 579. Вот абсолютно два одинаковых противника. То есть, ну, и мы, я и он, получается. Томми Кэрролл какой-то. Эх, ребятки, ребятки, не знаю, в чем проблема, но, короче, сегодня у меня как-то не складывается игра. Вообще, не идет, не идет. Так, критический удар мне сделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы надоели. На, держи, Томми Кэрролл, на, держи. Вот, отлично. Вот сейчас одинаково будет. Да, ребят, я предлагаю на этом, наверное, завершить уже на сегодня эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите видео, которое сейчас выйдет на ваш экран. Вот. Ну и не забывайте подписаться на канал, на колокольчик жмякнуть. Вот. Давай, иди сюда, Томми Кэрролл. Ой, ух, ничего себе, ты издеваешься? Ух, все, отлично. Вот это вот перемещение мне нравится, ребят, вот это перемещение мне нравится. Юбин! А так, и что? Ну, вернули мне 16 кубков, да, моих. О, редкий сундук выпал, это уже хорошо, это уже хорошо. Так, ну что ж, надо открыть, начать открытие, давайте с редкого начнем, такие маленькие. Так, ну и последнюю дуэль, давайте попробуем, не знаю, как получится, ребят, выиграем, не выиграем. 596, 579. Не так уж сильно мы отстали от нашего соперника. Давайте поглядим, что из этого выйдет. Рэм, Рэм, 1000 какой-то. У него палка. Палка это куда-нибудь. Да. И он шокирует, сразу же выбивает мне оружие. Да. Это каюк, ребят. Это каюк. Я ему даже, по-моему, удара не смогу. Да, нанести это перфект, ребят. Я выиграл с перфектом, прикиньте. Первый раз я вообще за историю жизни проигрываю кому-то с перфектом. Такого никогда не было. Никогда. Ладно. Все бывает, когда ты первый раз. Впервые. На, держи. Может быть, теперь моя очередь ему оружие. Ой, да, оружие ему выбить. На, держи. На, получи. Так,
такого я больше не позволю свой адрес издевательства. Давай. Давай, иди сюда. На. На, получай. Ой, это больно. Это больно, да, чувак? Чувак, прекрати. Чего? Чего? Вы это видели? Короче, все, ребят. Я не хочу играть в эту игру. Пока.